Люди, пройдите насквозь пропаганду, ту и другую, любую долой. Это зараза, она беспощадно режет нас надвое грязной пилой. Уши заткните, глаза отведите, сердце закройте от гнева и слез. Есть пропаганда, значит, есть зритель. Есть предложение, значит, есть спрос. Осоловелость рвется из студий, жарко клевещет, сладко зовет. Каждой идее надобны люди. Если не слушать, идея умрет. Это атака на наши рефлексы. Добрый пещерный родной атавизм. Крепче охоты, голода, секса. Бешеный, стадный, пустой фанатизм. Нас не спасут, если что, от напастей. Те, что с экрана влезают в наш дом, спрячутся, скроются в складочках власти. Мы же останемся с горем вдвоем. Черный пиар, вековая затея. В каждой агитке есть лютый злодей, чтобы рассорить во имя идеи. Вот только люди дороже идей. К сердцу прислушайтесь чистой грудью. Нет оправдания убийством людей. Люди, живые и теплые люди, лучше холодных и мертвых идей. Странен желающий смерти соседу, страшен несущий убийственный бред, лишь бы любою ценою победу, чтобы отпраздновать больше побед. Символ победы – слеза ветерана, память, родившая эту слезу. Символ победы – старые раны, символ победы – зажившие раны, символ победы – дружные страны, символ победы – добрые планы, хлебушек, ряженка, утречком рана, а не колючая буковка «зю».